Глава казначейства по Дагестану покинет пост. Его уход сегодня на сессии Народного собрания анонсировал руководитель республики Владимир Васильев. Саид Гусейн Магомедов возглавляет управление с 1997 года. За 22 года трудовой деятельности его не раз награждали почетными грамотами и благодарностями за заслуги в области финансовой работы. Однако во время работы сессии с критикой в адрес Саида Гусейна Магомедова выступил один из депутатов Народного собрания. В этой связи Владимир Васильев заметил, что у него тоже имеются претензии к работе УФК и что ее руководитель в ближайшее время уйдет в отставку. Я скажу, что у меня к нему тоже было много претензий. На сегодняшний день принято решение об укреплении этого участка работы. Насколько я знаю, он написал заявление руководству министра финансов. Но, видимо, нужно будет ускорить этот процесс. И я поддерживаю заслушивание в парламенте этого вопроса. Это хороший подход. Надо понять, что происходит, почему происходит. У нас с ним были дебаты, были сторонники, которые поддерживали его и нашу позицию, администрации правительства. Мы с ним проводили беседу в присутствии прокурора, других силовых структур. Мы объясняли, какие претензии у нас к казначейству, ровно те, о которых вы говорите, которые мешают решению вопроса. Мы были услышаны, решение принято.